День открытых дверей во Дворце культуры и искусства – ежегодное мероприятие и настоящее путешествие в увлекательный мир искусства и творчества. По традиции, в этот день горожане знакомятся с коллективами и узнают об успехах ребят и их педагогов. Каждый работник дворца – это часть большого механизма, который работает для того, чтобы дарить ленинск-кузнечанам хорошее настроение. Дворец – это не только руководители и коллективы, которые радуют всех своим творчеством и прославляют город. Это большая команда настоящих профессионалов своего дела. И этот год для всего коллектива особенный. Открылся юбилейный 65-й творческий сезон. Сегодня у нас очень значимое событие – это день открытых дверей. Мы практически начинаем новый сезон. Причем новый сезон у нас необычный, это юбилейный 65-й сезон. Поэтому этим мероприятием мы говорим, приходите к нам, занимайтесь в наших коллективах, приходите на наши мероприятия. Все коллективы Дворца культуры и искусства – гордость города. Яркие и завораживающие массовые номера не перестают удивлять зрителей. На фееричном открытии нового творческого сезона яркие номера сменялись один за другим, вызывая улыбки и громкие аплодисменты зрителей. В концертную программу вошли вокалы, вокальные, хореографические, театральные номера. Прошедший творческий сезон стал для дворца по-особенному успешным. Новый сезон обещает быть не менее насыщенным, полным ярких мероприятий и культурных событий. Анна Кириллова, Василий Обухов, РИА Ленинск.